Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если не хочешь, чтобы наступала осень. Эй, привет всем, господа хорошие! С вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас полицейские погони. Да, ребята, всем привет! Что ж, что-то новенькое, и я, походу, подросток, который у деда украл его Волгу. Ты только посмотри. Да, подросточек, стояночку тебе. Вот тебе колеса пробил, все, ты никуда не поедешь, понял? Товарищ полицейский! Нет, вы что, подросток, дебил? Сядь в машину полицейскую, говорю. Колеса мне поменять? Ты что курил, слышь, что у тебя такие глаза выпучены? Колеса мне запили, бля! Глаза, говорю, что такие выпученные и красные, слушай. Ну иди сюда, ты курил, что ли, травушку, эй! Да ты нормальный, сюда, fuck you! Вот зараза какая, а! Ненормальный мент, подошел, колеса прострелил, вообще укурыш. Иди сюда, говорю тебе, лупоглазый укурыш. Укурыш, иди сюда, говорю. Ты что вообще хочешь от меня, эй? За укурышем. Ты какого хера вообще не уехал в другую сторону, пес? Обкуренный подросток, господи, надо его остановить, он же может на дизелизе. А чё я был укурен? Нормально, у меня была обычная улыбочка, смайлик. Ага. Добродушный, хороший глаза, смайлик. 16-летний поца, который взял у деда его Волгу. Слышь, там, не вой! Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Господи, насколько она медленная, просто люто медленная. Реально, блин, тачка деда, вот просто. Ой-ой-ой. Что происходит с этой машиной, господи? Нормально. По дворам, ран-ран. Не отдадимся мусорам. Господи, ты что, взорвался? Ты взорвался так, что ли, что? Ага. Я так слышал, бух. Нормально так, причем взорвался, еще покувыркался там, ну все дела. Ну, кувыркайся со своей машинкой, это правильно. Сейчас мы тебя найдем, обкуренный ты подросточек, и все тебе будем делать хиракири. Это вряд ли, братан. Кстати, заметил, как у школьника голос сломался? Ага. Возбужал сразу, да. Ну, когда пригрело-то, ёпти. Яйки выросли, все. Яйки там, все дела. Опа. Здравствуйте, уважаемый. Что, бля? О боже, прости меня, подросток, я не хотел, чтобы ты взорвался. Что? Что произошло? Я не понял. Почему моя машина въехала в тебя и рассыпалась просто на атомы? А еще ты погиб, да? Так я... Она рассыпалась на атомы, ты что, не видел, что ли? Я вижу, да. Она через тебя прям проехала и на деталюшке прям рассыпалась в слоумо у меня. Охренеть. Это что было? Это что, машина деда настолько проржавела, что просто рассыпалась, что ли? Эта машина деда сделала правильный выбор, потому что обкуренным нехер ездить на машинах. Так я тебя подтаранить хотел и дальше поехать. Так ты подтаранил меня? Ну, я, короче, смотри, я в тебя въехал, получается, я как бы через тебя, через текстурку проехал, и у меня машина там на выходе уже как после мясорубки просто в кубики превратилась. Ну да, это типа удара был, ты что, первый раз такое видишь, да? Ну настолько жесть, да. А знаешь, почему ты первый раз такое видишь? Потому что я не хвост. Да! Слушай, а по эту сторону интересней. Да, есть такая тема. Ты у меня вообще бегаешь, дрыгайся. Короче, ребята, вот такая остановочка. Это было реально неожиданно. Ставь лайк, если тоже не ожидал. Ну, а мы продолжаем. Ну что ж, ребята, патруль полицейский вышел на дозор, в принципе, по городу. И у нас в городе появился какой-то криминал. Ёпа-мать. Какой-то криминал, который на своем пикапчике перевозит трупачки. Трупачки? Да. Да ты бессмертный, походу. Тебе как бы этот пожизненное светит, либо пожизненное светит, но нам нужно выбраться из города в аэропорт, сесть на самолет и улететь нахер отсюда. В этом городе нет самолетов, братан. Есть аэропорт. Аэропорт есть, самолетов нет. Был, там один стоит. Нету. Я видел. Не было там. Стоит, говорю. Мы его конфисковали. У меня будет стоять. Сейчас будет стоять, говорю тебе. Я Жорик Вартанов. Вартанов? Вартанов Жорик. Так, ты где вообще есть? Жорик Вартанов невидимый вообще. Привет, привет. Ой, без колеса просто. Это я тебя пугаю колесами. А что ты задом там видишь, слушай? Я разворачивался, типа полицейский чувствуешь разворот силу был. В своей машине? Да, это полицейский разворот был просто как у бати. Ну, слушай, а какого хера у меня колеса отпадают, а? Резиновый, наверное. А ты где, слышь? Бандит.
Ты еще Жорика так решил спокойно поймать? Да. Ты в своем уме. Сука, откуда Саня попал? Беги, беги быстрее, Жорик. Жорик, сука, верни десятку. Жорик жареный пахнет. Беги быстрее, Жорик. Я такой обход сделал, вообще. Капец, ты жестко обманул меня сейчас, брат. Слышь, а ты что такой быстрый? Не по-пацански это было сейчас. У тебя сколько колес, слышь, у тебя колеса отвалились. У меня колеса выпадают, я не знаю. Ой-ой-ой. О, здравствуйте, Пинки, я понял. Просто минус машина. Приветики. На тебе. Да ладно. Да ладно, нормально. У тебя что там, мега прочная задница у джипика? Мега, мега лучший. И колеса, ты видел, выпадают, а у меня еще до хера колес. Да я не знаю, вообще, это, короче, читерская машина. На колесах. Но было бы странно, если бы она была без колес. Было бы странно, если бы я сейчас не перевернулся. На трупаки, на других... Слышь, да хорош колеса выбрасывать. Я что-то ничего не понимаю. Друзья, напишите в комментариях, что это происходит с тачкой. У меня колеса не выпадают, а как будто выпадают. Ну там просто овер дохерища колес внутри тебя. По-моему, сегодня у нас будет бомбежка от Юрыча. Да, нет, я, короче, приготовил свое табельное оружие. Так, успокойся, табельное. Давай еще погоняемся. Нет. А то я уеду сейчас в аэропорт и все. Какой аэропорт? Гашан, блядь, или кто-то там. Иди сюда. Гашан был в прошлой серии. Я тебе твою громовозочку-то сейчас утилизирую, наверное. Да господи, ты будешь ехать корыто. Слушай, ну нормально идем. Ты в дрифте еще, да, заходит? Нихера, вот это по красоте было. Да господи, у тебя вопрос. Настоящая погоня! Оп-оп-оп! У тебя просто на ровном месте он сразу это жучкует. Оп, дал. Как это? Полицейский разворот будет, нет? Будет сегодня, нет? Ты это видел? Да. Он просто бочку сделал на одном месте. Господи, это говно даже не разворачивается. Просто минус колесо на развороте, серьезно. Господи, вот это да. Смотри, опять колесо выпало. Откуда они выпадают, брат? Да я не знаю, где ты их там возишь. Сколько у меня там колес, интересно? Перевозчик колес. Сука, я поехал дальше, брат. В смысле, хочешь сказать, я тебе по крышку ни разу не попал? Я не знаю, ты, может, попадаешь, они выпадают. У тебя там слишком дохера колес. Я, короче, знаю, что делать надо. Где? А, ты мне, по-моему, колеса сбил, а она не едет у меня. Да? Братан! Братан! На тебе, братан! Я только не пойму, а по какой причине она не едет? Блин, неужели, когда ты, короче, сбил мне колесо, она перестала... Хотя они даже не спущенные, представляешь? Да, твоя машина так что была. Может, у меня бензин закончился? Нет, он не может закончить просто так. Но она не взрывается, по крайней мере. Ты чё там? Господи. Господи! А, моя машина первая приехала, я понял. Охереть, эта дача просто дикая. Я в тебя хоть раз попал вообще, я чуть не понял. Один раз попал. Да ладно, Сэмки просто сплэшем зажал и ни разу не попал. Здорово, бандит, господи. Не, это что-то вообще дичь какая-то. Так, подожди. Красиво, погоню заканчиваем. Я уехал. И бандит уехал на полицейской погоне. Жорик Вартанов переложил. Это что за херня? Это что за херня? Куда ты уехал? Слышь, не доехал, в общем, Жорик Вартанов до аэропорта, и, в общем-то, произошло вот такая беда, вот такая вот. Я должен был так сделать, потому что это говно машина, нам такая не нужна больше. Да. Короче, ну, ребята, вот такой заезд. Мог бы это сделать без меня, слышишь? Ну, я без тебя это сделал. Тебя же уже нету. Давай еще один заезд сделаем. Погнали. Друзья, продолжается наша погоня, и, в общем-то, мы на полицейской тачке патрулируем город Лего-Сити. А у нас, короче, ребята, самый настоящий террористский какой-то такой пикапчик с пулеметами, с миниганом и с ракетницей. Правда, они не стреляют, жалко, ну ладно. Второй человек нужен. Ну вот за это мы вас сейчас и будем ловить, кстати. А не, он стреляет. Нельзя ездить по Лего-Сити с ракетницами. Он стреляет, да ладно. Да ладно тебе.
Да, нормально, хорошо. О, боже мой. Идите сюда, остановитесь, я вас умоляю. По-хорошему, остановись. Куда ты стреляешь вообще, братан? Умри! Умри, неверный! Мне кажется, пулемет фальшивый. Да нет, не фальшивый. Урон-то дает. Ты просто стреляешь в какую-то стену. У тебя минус двигатель. Как бы. Че тебе надо? Да. Я тебе схватил, ты должен остановиться. Окей. Слушай, нормально пикапчик держится? Держится пикапчик, ну. А ты что-то вообще отлетаешь там? Тихо, поехали дальше. Так, ну-ка иди сюда, ну куда ты поехал-то? Не, ну неплохо, слушай, и постреляли, и колеса целые остались, и дальше поехали, ну нормально. Правда, скорость оставляет желать лучшего. Ну только по колесам мы пока не постреляли по твоим, сейчас постреляем, проверим. Блин, надо было по колесам стрелять точно. Господи, он как, знаешь, об стену его. Мне интересно, куда он стреляет. Сейчас в меня. А тут просто прицела нету. Вообще. Печально, ну минус колеса печально. Давай, минус колеса уже. Господи. Убей мента уже! У него там стекло пули непробиваемое какое-то. Не, мента вы не убьете, это точно. Господи, мент убьет себя сам. Я уже не знаю, куда врезаться, чтобы его немножко покоцать-то, а. Слушай, он реально имбовый какой-то. Отойди. Может, против него просто легковушечка? Ну, она какая-то у тебя, да, чересчур. Легковушечка. Полицейский разворот, мать его. Ты сам с собой, да, делаешь его? Да. Ну-ка, господи. А что происходит вообще? Короче, все, ты мне надоел. Сейчас будем делать вот так. Нате. Нате в голову. А что ты не умираешь, я понять не могу, Да у меня даже хп не тратится. Даже хпшечка не тратится. А что он у тебя стреляет, даже когда ты едешь, слышь? Он не стреляет, когда еду. А это у меня стреляет. Забаговался, да. Ну-ка, давай-ка. Ну вот, ну удар какой был. Сучка. Ой. Где я вообще? А почему? Да пошел ты в жопу. Господи, я в космосе. Где я вообще? И по тебе пулемет еще стреляет. Я вернулся с того света. А ну-ка я встану, он меня убьет. Да, убивает, смотри. У меня он вообще вверх смотрит. Смотри, он меня стреляет, но он не убивает меня. Так он вверх смотрит у меня, потому что... Господи, боже мой. Вот это прикол, слушай. Слушай, он без колес ездит, вообще нормально. Это контент. Это контент. Робиш! Да ему похер вообще, ему насрать. Он без колес ездит, неплохо. Охеренный джипик, на самом деле. Нормально, ребятки, ну, в общем, вот такие вот сегодня у нас погоньки. Немножечко интересненькие, немножечко новенькое что-то. В общем, если вам понравилось, обязательно жмите пальцы вверх. Подписывайтесь на канал и, в общем-то, всем хорошего настроения. Да, ребята, и всем до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.